Миш, как настраивались на эту игру? В целом, победа в этом матче гарантировала уже вам выход. На что рассчитывали? Ну, знали, что играем с победителем прошлого кубка. Как бы настраивались только на хорошую игру, чтобы достойно себя показать. Ну и победа, конечно, была бы приятным бонусом. Однако ничего особенного, просто пытались играть свою игру. Ну, пытались играть свою игру, тогда что пошло не так в первом тайме? Уже сразу же пропустили и в целом потом отпустили соперника. 1-4 по ходу первого тайма горели. Ну, это классика, кромельский Барс. В первом тайме проиграть, потом нагонять, как в прошлом году. Ничего нового, друзья. Ну, хорошо. В чем получилось, что получилось поменять во втором тайме и почему вы стали выглядеть намного лучше и намного целеустремленнее своего соперника? Да ничего особенного, просто разозлились, поговорили, решили, что нужно доказать, что не просто так можем присутствовать в такой группе и с такими соперниками, и все. Настроились, вышли, закрыли. Пятого полевого вы начали катать за почти 7 минут до конца матча при счете 1-5. Верили ли вы сами, что возможно отыграть 4 мяча и вернуться в игру? Главное – верить.